Начинаем второе отделение. Сейчас прозвучит один из самых известных скрипичных концертов. Концерт ми-минор Феликса Мендельсона. Солировать будет артист из Республики Корея, это господин Пи Хо Юн. В свое время он получил фундаментальное образование, вначале на родине, а после в Европе, с отличием окончив Парижскую консерваторию и знаменитую школу Эколь Нормаль. Параллельно он получал диплом Бернской консерватории в Швейцарии. Первое оркестровое выступление скрипача состоялось еще в детские годы, в 13 лет. Вместе с Сеульским филармоническим оркестром он исполнил первый концерт Никола Паганини. А в Европе оркестровый дебют прошел с Бернским симфоническим оркестром. По окончании учебы, по возвращении на родину, господин Пи Хо Юн получил приглашение занять пост концертмейстера Национального симфонического оркестра Кореи. И в настоящее время он удачно сочетает концертную деятельность с педагогической работой и одновременно является членом правления Музыкальной ассоциации Кореи. Участвует во многих музыкальных фестивалях в Европе. Его имя широко известно и в Европе, и в Азии. А в творческом багаже выступления с такими знаменитыми дирижерами, как Бернард Хайтинг, Лорен Мазель, Зубин Мета и многими другими. Итак, Феликс Мендельсон Бартольди, концерт для скрипки с оркестром ми-минор, опус 64. В концерте три части. В сопровождении Тихоокеанского симфонического оркестра под управлением Анатолия Смирнова играет Пи Хо Юн. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Mm-hmm.